Каким должен быть ответ России на санкции против бизнесменов и чиновников из окружения Путина? Россия в ответ вообще пока ничего не делает плохого, я считаю. А вот Америка, она такая политика у них. Они хотят задавить санкциями. Я считаю, что Америка неправильно делает. Надо как-то по-другому решать это все. Ну, Россия, может быть, наверное, что-то в ответ тоже могла бы сделать, конечно. Но мне кажется, что особенно отвечать нечем на таком уровне. Но ответить все-таки как-то надо. Это все настолько детский сад. То, что творят наши политики, великих людей в политике, я считаю, уже не осталось. И они ведут себя как дети. Ну, да, конечно, как-то надо отвечать. Молчать нельзя. Должен быть найден какой-то адекватный, еще раз говорю, ответ. Тем не менее, надо постараться все удержать в рамках дипломатии, в рамках мира, потому что та, ну, истерия, которая сейчас поднимается вокруг России, она только обостряет обстановку. И война никому не нужна. Я уверен, что она не нужна американцам, точно так же и не нужна она нам. Однако уверен, что защищать свои интересы, свою страну, это правильный подход. Дипломатов в два раза больше выслать, бизнесменов в два раза больше пригласить. Вот, дать им льготы, чтобы американские бизнесмены приезжали к нам и делали бизнес. А дипломатов всех выслать, шпионов. Вот и все. Ну, в идеале ответить примерно такими же способом. Ответить так же, как и они. Вести санкции ответные. Против их компании, да, против их политиков. Мне кажется, что прежде всего надо задуматься о причинах этих санкций и, может быть, попытаться как-то эти причины устранить. У их бизнесменов есть деньги в наших банках? Интересно. А? Я думаю, что нету, поэтому какие санкции можно применить к ним? Я думаю, ничего зеркального не должно быть. Или это все начнет нарастать, как снежный ком, и ничего хорошего от этого не будет. То есть нужно отпустить обиду и все.